Всем привет, друзья! Как вы используете алюминиевую фольгу? Только для приготовления пищи или обертывания продуктов? Если да, тогда ловите еще несколько полезных советов. Ваши ножницы затупились? Не беда, сложите лист фольги в несколько раз и сделайте несколько разрезов. Чем толще фольга, тем вы быстрее наточите ножницы. После этого они вновь станут острыми. Нужно очистить сковороду, гриль или противень от присохших продуктов. Сделайте шарик из алюминиевой фольги. Он прекрасно заменит мочалку. В моем случае очищается даже нагар. Затеяли ремонт и нужно покрасить дверь в комнате? Замотайте дверные ручки фольгой, чтобы предотвратить попадание на них капель краски. Вы можете сделать из фольги шарик и положить его в сушилку для одежды. Этот простой трюк предотвратит образование статического электричества на одежде. Под рукой нет воронки или кондитерского пакета? Возьмите алюминиевую фольгу, сверните в форме конуса и вперед! Такие простые, но все же полезные способы использования фольги мы сегодня рассмотрели. А как вы применяете эту блестящую помощницу? Пишите в комментариях. На этом все, дорогие зрители. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч!